варка вроде повторная, по тому же сценарию, что я и Вайсбир варил. Но из подгонных продуктов. Спасибо Алексею Куштапину, подписчику с Киева. Опять подогнал солод. Best Malz. Pilsner. И пшеничку. Ту пшеничку я делал с Malt Europa. Получилась бомба. Вот сейчас попробуем с Best Malz немецкого. Посмотрим, будет хуже или лучше. Может, мега бомба будет уже. А пока будет вариться, будем дегустировать наш второй подгон. Это уже от Владимира с Одессы. Крафтовое пиво. Ну, посмотрим, чего он нам прислал. Короче, у нас такая будет халявно-дегустационная варочка. Опа-на! Так. О-хо-хо-хо! Закусон! О, уже кальмарами. Слышу кальмаров. Пахнет кальмарами. Класс. Хорош кракен. Пойдет. Зачет. Что там у нас дальше? Крафтовая броварня Трубадур. Так, что у нас? IPA. Или по-простому IPA. Hero. Попробуем геройского пойла. Что у нас следующее? Без. Ага. Нет. Разное. Зараза, без этикетки. Одна без этикетки. Так, ну а это у нас Blackbird Porter. Черноптичный Porter. Ну, попробуем и ворону эту. Вот это вот интересно, что же за лед, господа? Где этикетка? Так, следующее. Мичиган Эль. Что за Эль? Непонятно. Горечь, плотность. То есть данных никаких. Просто название. Будем определять. Будем определять. И еще один. Еще один ИПА. Еще одна неземная горечь. Тудл ИПА. Итого у нас две ИПы. Тудл и герой. Мичиган Эль. Blackbird. Портер. И та-да-да-дан! Темная лошадка. Может, пшеничка, она какая-то мутноватая. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пшеничка, не пшеничка. Наш боевой отряд отправляется в холодильник прямиком. Ну, а мы начинаем заниматься нашим Вайценом-Шмайценом. Водичка была 6,8. Немножко медового уксуса.
20 миллилитров. Все, 5,7. Отлично. Наш светлый солод еще на 0,3 единицы понизит. Где-то 5,4 будет. Вообще идеально. 5,3-5,4 для нашего пиваса. Единственное, что у нас здесь будет не по старому рецепту, это не будет соложенной пшеницы, и вместо карамельного и меланоидинового я засыплю килограмм Red X. То есть у нас получится 40% пшеницы, 40% пилснера и 20% Best Red X красноватого, чуть-чуть для цвета. Вот и наша вторая отварочка прокипела. Вот лишний белок, все он свернулся, он и останется здесь. В сусле у нас меньше намного будет белка. Опять-таки этот ДМС, диметилсульфид, лишнее улетучилось. Ну и вкусняхи повываривались. Поставили нашу пшеничку вариться, и пока она будет кипеть, мы заценим одесский крафтовый продукт. Ну что, трубадур, заценим мы, подудим. Кальмар здесь. Ну что, с чего начнем? Ну, таинственную бутылку оставим на потом. Да. Таинственный незнакомец в сторону пока. Я бы, наверное, попробовал бы IPA. Ипу какой-нибудь. Ипу. Потому что черного ворона я очень хочу чуть-чуть попозже. Так, ну что, Мичиган, Герой ИПА, Blackbird, Портер и Дуду ИПА. Я с Дудула хотел бы попробовать. Ты ИПУ любишь, Виктор? Я ИПУ. Да, ты ИПУ любишь. Да я ИПУ люблю, я ИПУ не люблю. Так давай попробуем. Ну давай. Херой или Дудл? Да Дудл давай. Дудл. Так, ребята, сторонку. Птицу потом. Дудл. Дудл пошел. Так, кальмары. Будем как-то на камеру показывать налив. Кальмарчики. Ах, красота какая. Понеслась. Ну что, цвет зачетненький. Такой чай густой. Пена ничего такая, да, держится еще хорошо. Ну, запах, конечно, такой хмельной, насыщенный. Да, мощный запах, мощный. ИПА есть ИПА. Да, запах, конечно. Нету такой резкой горечи, это... прямо приятная, нежная горечь. Ты меня пугал горечью, ИПы. Ну нету такой горечи, нет, страшной. Ну, я пробовал, там прямо аж глаз дергался. Да? Ну действительно, она такая резкая была, неприятная. Здесь очень-очень мягкая, да, очень мягкая горечь такая, чуть-чуть сладковатая такая даже, как кремовая, что ли. Хоть и, как ты знаешь, я не очень люблю горькие. Я сам не люблю горькие. Это очень приятно. Прикольно. Прикольно. Трубадур зачет. Да. Пахнет очень хорошо, насыщенно так. Прямо цветами какими-то.
полем, цветами. Хороший такой. Ароматненький такой. Да, аромат. Вкус тоже очень хороший. Тело такое полнотелое. Пиво прямо густенькое, можно сказать, что. Густенькое. Не пустое, абсолютно не пустое. Очень приятно пьется. Класс. Да. Придираться не будем. Не будем. Нет, зачет. Пятерочка. Прям с удовольствием. Ну что, дальше по ИП. По ИП. Ну давай, то мы машину, а сейчас велосипед попробуем. Да? Так, герой. Так герой у нас ИПА, а Мичиган Эль. А. Герой с велосипедом. Ну давай. Закусил. Словили где-то на перекрах. Вышел из вод. Так, ну этот не такой ароматный. Послабее. Послабее, чем дудл. Да, этот не такой ароматный. Герой. Герой послабже. Хотя казалось, да? Да. Нет, цвет. Цвет тоже красивый, да? Хороший, да, пенка такая. Ну, у меня пенки не было, у меня неплохая пенка. Запах чуть-чуть слабее. Да. Этот больше сладкий. Горечь вообще слабая, этот слабее, чем там. Как-то... И немножко резче, что ли, горечь. Резче, горечь, да. Немножко резче. Ну, слаже, намного слаже. Такой. Сладенький. Сладенький. Ну, мне ну, кажется, тоже... слабоват для героя. Да. Дудл покрепче оказался. Дудл, да, покрепче оказался. Все равно, не особый любитель я. Конечно, такого сорта. Что, даже дудл тебя не убедил? Нет, он приятный. Я в охотку могу, знаешь, это как приправа какая-то. То есть к колбасе там или к мясу. К салями. Да, так помазал немножко. Очень даже хорошо. Ну я же ее не буду постоянно есть. То есть, ну, в охотку, да, я, может, стаканчик и заряжу. Ну что, коллега, продолжаем наш забег. Да-да. Мы попробуем. Еловый лес. Или сосновый лес мы проехали, ароматы ушли. Да. Птицы взлетели. Попробуй Хичкока. Хичкок. Blackbird Porter. Считаешь все-таки по Портеру, да? Ой, ну я... А потом мичиганчиком так прополощем рот. Да-да. Оценим нашу ворону. Да. Ну, я не чувствую таких сильных жженых солодов. Ну, какие принято, да, слышать у портера? Ну, да, наверное, шоколадный больше. Больше шоколадный. Ну, очень слабо, очень. Так слабо. Не сильно, да, выражены? Вот, а я вообще не слышал. Нет, так, есть там... кофейные, есть чуть-чуть хмелевые, есть. Как бы все очень ровненько, все очень красивенько, без выпирающих. Слабенько. Слабенько?
Ну, надо было с него начинать, а не с IPA. Может быть. Конечно, после ипы, блин. Ароматом. Милевой, да. Мне кажется, это черносливом отдает. Черносливом отдает. Чуть-чуть. Есть. Нет, все-таки... Все-таки есть жженые здесь. Не шоколад. Еще более жженный, по-моему. Сладенько. Сладенько. Необычный портер, скажем. Сладенький, мягенький. Очень приятный. Опять-таки нету резкой горечи непонятной. Жженки нету. Жженки, да. Все очень ровненько. Благородненько, в меру. Даже карбонизация, да, в меру. Могла бы быть побольше. Слабо. Может, это из-за бутылки, не знаю. Чуть-чуть слабовато карбонизация. Но так очень достойное пиво. Достойное. Ничего так. Ну что? Вы когда-нибудь были на берегах Мичигана? Нет еще. Не доводилось. Но у меня есть билет. Есть возможность хлебнуть из озера. Жижи, да, из озера. Ну, наливаем. Красивенький, да? Такой оранж. Ну, слабенький. Такой пивной, да, нормальный цвет. Яркий, сладкий запах. Цветочный, да, как IPA. Как ИПА. ИПА. Твоя любимая ИПА. Да, пахнет как ИПА. Хмеля не пожалели. Да. Да. Один в один дудл. Пахнет дудлом. Он здесь был. Он точно здесь был, да. Да, такой же запах, да? Ну, запах полностью как дудл. Пьешь вроде дудл, но намного слабее после вкуса. Слабее. Намного. Это сынок дудла. Да, это явно родственник, но да. Ниже рангом. Практически все то же самое. Да, ну все в уменьшенном варианте. Little дудл. Little дудл. Ипа. Ипа. Little дудл ипа. Да. Это не мичиганы. Как-то... По убыванию, что ли. Надо было, наверное, с него начать и... Да, дойти до дудла. До дудла, да. Ну да, слабовато. Пузырь, пузыри. Хмель. Честно, уже притомил хмель. Ну да. Может, надо разбавлять. Может, мы и пой перебили. Да, я не думаю. Ну, как-то не впечатлил. Мичиган. Не понял я, что это такое. Как говорил герой в каком-то фильме. Ай-яй-яй, не понял я тебя, не понял. Сектор приз. Сектор приз. Наша темная лошадка. Да. Та-дам! Даю $50, что это пшеница. Я давать ничего не буду, но возьму. Ну, по виду, мне кажется, пшеница. Ну, давай посмотрим.
вроде как пшеница, да? А, пока я побеждаю. Пока побеждаешь. На вид пшеница. На запах тоже. На запах нет. На запах. На запах тот же дудл. Опять хмель. Ребята, трубадур. У вас, наверное, хмеля, блин, ну... Больше, чем солода. Да. Фигачите. Может, даже и пшеница. Пшеница, по-моему. Пшеница. Вроде пшеница. Кисло. Деньги не доставлю. Не докажешь, начальник. Да, не докажу. Вроде пшеница. Вкус вроде пшеница. Но пшеница кислая. И хмеля тут, ну, выше крыши. То есть... Вообще непонятно, скисла, что... Пшеница, а ее хмелем реанимировали. Да, да, да. Вообще непонятно, что это такое. То есть, как бы, блин... И пшеница, и пшеничного нету. Хлебного, солодового нету. Вкус кислый. А запах... Запах. Хмель, перемешанный с пшеницей, я не знаю. Ну, хмель перебивает, и горечь идет. Да не, ну кислота вообще в конце. Ты ее подержи подальше на языке. Кислая. Ребята, пшеница, если это пшеница, на 65,5% это пшеница. Но она так убита в хлам, что непонятно, это пшеница или не пшеница, она кислая, она горчит, она хмелем отдает. То есть от пшеницы тут ничего нету. Смысл было делать пшеницу и забивать ее хмелем. Ну только что кислоту может выравнивать там немножко сладостью вот этой хмелевой. Нет. Это не пшеница. Ребята, ИПА нормально, дудл зашел. На первом месте. Дудл зашел. Зашел, очень зашел. Вообще да, претензий нет. Портер очень мягенький, не резкий. На любителя, ну, в принципе, середнячок такой стабильный. Герой слабый. Герой слабый. Совсем не Геракл. Нет. Мичиган Эль. Вообще не поняли, что это. Вообще было. Непонятно, что это. И вот это вот тоже не поняли, это, что да, это. Это тоже вроде пшеничное, но не пшеничное. Ребят, непонятно. Как-то так. Ну да. Спасибо Трубадуру. Кальмар на первом месте. Пшеничка отбродила наша уже неделю. 4 дня первичка. 2, вот третий день вторичка. Все, переливаем по бутылкам. И карбонизация. Вот бутылочки. Смешиваем с медом. Так, спиртик. Спиртик нам больше не нужен в кране. Пока еще не смешали с праймером, померяем плотность. Пахнет замечательно. Плотность 10-20. 10-20 это 5% по еометру. Вот она.
получается 14 до 5 выбродило. Будет очень вкусная, плотная, насыщенная, ароматная, замечательная, превосходная пшеничка. Ну что, друзья, наконец созрела наша пшеничка. День сегодня знаменательный, можно и отметить. Принимали оборудование, все отлично. И вечерком можно сдегустировать нашу редиксовскую пшеничку. В принципе, рецепт тот же самый, что и с Мать Европа. Паузы все те же, солод практически тот же. Ну, соответственно, это Best Malts, там Мать Европа. И здесь вместо карамельного килограмм Red X. Попробую. Бубух не бубух, но дымок пошел. Уже хорошо. Отлично, отлично. Пенка небольшая. О, пахнет замечательно. Замечательно. Цвет прекрасный. Вайцен в чистом виде. Но пена не сильно. Сильная. Запах обалденный. Обалденный. Я недавно пил. Я недавно пил Paulaner. Но я вам скажу, ребята, что цвет, что запах практически одинаковый. Единственное, пена. Там, конечно, пена держится. Не знаю, почему здесь пена ушла. Ну а так, сейчас еще вкус проверю. Что надо. Просто пшеничка. Льется, конечно, нектар. Хлебная, очень питкая. Нет слов. Отличная. Отличная пшеничка. Хлебной корочкой. Хлебом белым, мякишем таким вот. Прям послевкусие. Горечь практически нету. Хмель. Он есть, оно охмеленное, но хмеля акцента нету вообще никакого. То есть он практически не чувствует. Чувствуется, что это пиво. Классное пиво, какими-то, как фруктами отдает, что ли. Льется само собой, не замечаешь, просто раз и еще хочется. Замечательный напиток, хотя 14% начальная плотность здесь была.
То есть он плотнее получился, чем предыдущий. Очень понравился вот такой рецепт. Рекомендую к производству. А еще сейчас попробую немножечко такой коктейль сделать. Евро-йорш. Куантро. Это такой крепенький ликерчик. Сироп на корках сладкого и горького апельсина. Для пшенички апельсин, цедра апельсиновая, вот просто идеально подходит, классно подходит. Сейчас попробуем чуть-чуть смешать этого сиропчика для запаха. Много не буду. Совсем чуть-чуть, грамм 5-7, не больше. Ух, апельсином прямо отдает. Ух, очень серьезно. Прямо туда его. И заливаем. Евро-йорш. Апельсинчиком начала отдавать. Букет просто, просто неубиваемый стал такой. Ой, это бомба. Класс. Просто вот как будто букет был классный, пшеничка. Все, аромат хлебный, фенольный, гвоздичный. Ну, такой, как бы, двухмерный. Сейчас при добавлении чуть-чуть куантро получился как будто вот так бух, и объемный стал. Вот заполнил все. Классный аромат, просто вот это солнце южных апельсинов обволокло все и наполнило, по-моему, всю комнату. Ну, вкус от такой дозы вообще не поменялся никак. Сильно изменения не чувствую вообще. Но ароматика, ароматика настолько богаче стала, что можно дышать. Очень классно. Нормальный вариант. Вот такой. Как с Хугарденом подают ломтик лайма, выдавливают тоже вот эту нотку цитрусовых, дает пшеничная. Просто идеально. Ну вот этот вариант ничем не хуже. Отлично, очень вкусно, очень ароматно, замечательно. Так что, друзья, все отлично. Будем работать над пеной. Что-то здесь не так. Так что всего вам хорошего. Делайте хорошее пиво. Наслаждайтесь. Радуйтесь жизни. Все отлично. Пока.